Акция по сбору вещей детям из малообеспеченных семей «Подари ребенку новогоднее чудо» проводится в Красноярске в 11-й раз. Неравнодушные жители города могут сделать подарок ребенку из малообеспеченной семьи. Порадовать детей новогодним чудом можно до 7 января 2023 года. Для этого необходимо принести в пункты сбора подарков игрушки, конфеты, книжки или канцтовары. Передать подарок можно инспекторам по делам несовершеннолетних любого отдела полиции города Красноярска или принести в один из пунктов сбора. Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Улица Инструментальная, 12, с 9:00 до 18:00. Храм святого Иоанна Предтечи. Улица Горького, 27, с 8:00 до 19:00 ежедневно.